Орнитологическая служба нужна для разгона ворон с территории Московского Кремля, так как ворона является носителем разных опасных заболеваний и создает угрозу для памятников, для исторических памятников Московского Кремля, в том числе для куполов, она с них сдирает сусальное золото, и разных насаждений на территории Московского Кремля. Мы непосредственно ходим с ним, вот, там, где непосредственно базируются вороны, отпускаем, и он потихонечку, бесшумно подлетает и сзади хватает.